продолжаем проходить Far Cry. Итак, ребята, вот где у нас оказалась эта карточка. Капец, ее, конечно, было сложно увидеть. Я несколько минут ее искал. Но теперь мы отправляемся далее. Ну-ка, разберемся там с остальными. Идем сюда. Ты ничего там не видел? Взять его! Вот вам. Ты не помнил еще, что ли? Жив? Ну, вы даете. Мне неплохо, это вам сейчас плохо будет. А как вам вот это? Не нравится? Ага. Поднимемся повыше. И забираем вот эту штучку. Я почти закончил. Я тебя запомнил! На тебе. Отведай свинца. Не буду я никакого свинца отведывать. Обломайтесь, ребят. Так, идемте к Вэл. Кто меня там заметил? Здрасте. Вэл, я к тебе. За мной, Джек. Куда мы идем? Увидишь. Главное, под пулю не подставляйся, Вэл. Что-то ты затупил сильно. Так, переходим в ту зону. Подожди, надо отключить замок. Попробуй теперь. Ты прям как Ник Валентайн из Far Cry 4. Боеголовка где-то там. Ты первый. Я первый, это понятно. А то что-нибудь интересного есть? Да нет тут ничего. В принципе. Кто-то там раскричался, Тарзан. Как беременная обезьянка. Достань их! Вот вам. Держись, у нас кто-то на хвосте. Никого там нет, мы всех перебили. Давай сюда. Нам требуется подкрепление. Да ладно. Попался? Вот где. На мосте. Джек, осторожней! Похож на Кригера, чувак. Ох, вас сколько! О, на кухне нам не надо. На кухне нам делать нечего. Ну-ка, откройся. Так, Вэл, куда нам теперь? Ты же сказала, за мной. Сейчас я до тебя доберусь. Получи! Это ты получи. Ага, может нам внутрь? Видел? Скорее всего. Это... Это я, да. Черт, они ничего. Что, переспала бы с ними, да? Черт, они ничего. Вон там! Привет! А мы к вам. Иди сюда. Я, кажется, что-то вот нашел. Это я понимаю. Сервис. Я за рулем. Уступаю. Так, выходим. Капец, ты шустрая. Лаборатория хранится лучшими людьми Кригера. Ну, разумеется. Мы разберемся с этим, Дойл. Свяжусь, как только доберемся туда. Итак, переходим у нас к следующей зоне.
Похоже на какую-то огромную разбитую летающую тарелку прям. И похоже на синие глазки. Как будто это голова гигантского робота торчит из-под земли. Я не знаю, чего ожидать по пути внутрь фабрики. Будьте осторожнее. И еще одно. Взрыв боеголовки может повлечь самые разнообразные последствия. Конкретнее. Вам может угрожать опасность заражения мутагеном. И радиация. Примите меры предосторожности. Меры предосторожности? Не взрывай боеголовку, стоя рядом с ней? Я не шучу. Вам надо отыскать на фабрике сыворотку, используемую как вакцину. У них должен быть ее запас. Давай подготовим ракету, а затем найдем сыворотку. Куда я попал? В кино про шпионов? Ребята, вы нас всех тут угробите. Вот-вот. Чеки знает, о чем говорит. Очень прикольное место. Что это было? Ну ладно. Это последнее. После этого мы валим отсюда. Уилл присмотрит за боеголовкой. А ты, Джек, за территорию вызовели. Уилл! Сейчас у меня тут. Я тебя запущу! Неплохо. Вызвать лифт, значит. Это не чертовщина, это Джек Карвер. Стоять, ублюдок! Ты покойник! О, какой ты живучий! Валерий на подходе, еще пару секунд. Валерий на подходе? О, шикарно. Давай быстрее только валю. Может нам пока в машину сесть? Какой крутой КамАЗ. Дверца у нас не открывается. Ну и зачем она тогда? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Давайте осмотримся. Обезьянки там кричат, на которых опыты ставят. Все, Джек, она здесь. Спускайтесь. Мадам, поехали? Погрузчик, ты куда? Ты видела? Ты реально ничего не видела? Ты... Следующая дверь закрыта. Ты должен найти способ открыть ее и дать Вэл пройти в другой отсек. Ты видел? А с погрузчиком как? Ты слышишь? Опа! Теперь ты попал! Это я не попал? Очень сомневаюсь. Кто у нас тут еще есть? Соси! Да он делся. Да вот я, вот. Ребятушки мои. Блин, как ты не метка. Ладно. Вот вам. Хочешь еще? Сейчас получишь. Вы где там? Ты слышал? Для тебя все кончено, ублюдок! Это кто там материться так? Это я, да? Здрасте. Интересно, что Вэл будет делать с погрузчиком? Где он? Когда он решил с нами не ехать. Так, я, похоже, должен открыть с той стороны, сверху. Бэмс, бэмс, бэмс! И нет никого здесь. Эй, ты! О, уже понабежали вы, да? Пристрелю, как собака! Молчать, пристрельщик. Ты! Вот тебе! О, какой ты живучий тоже! Капец, вы живчики. Эй, что, горяченького ты? Жив. Вот тебе горяченькое. Теперь ты мой. Тебе тоже горяченькое, да. Я вынесу тебя. Ты пирожки, тебе не тоже скрыться. Вкусно. Сдохни, сдохни, сдохни.
Ты тоже. Так, где мы здесь? Пожалеешь, что не сдох. Это было больно. О-о-о. Молодец, Джек. Ты почти на месте. И что Вэл будет делать дальше? Так, откроем следующую дверь. Может, там у нас какой-то вход есть в следующую зону. Где-нибудь наверху. Ну-кась. Не понял. Вэл, ты что, съездил за погрузчиком наверх? Ты серьезно? Да ладно, надо спускаться, да? Окей, Джек, осталось последнее. Тебе нужно открыть дверь в камеру с мутагеном. Пустите меня. Джек, прыгай. Ну ты, Джек, и лентяй. Ладно, спустимся так. Здравствуйте, молодой человек. Пока, молодой человек. Быстро, просто и понятно. Так, что у нас тут? Ай, моя коленка. Была коленка, нет коленки. Джек, осторожней! Вот черт. Вот вам. Здрасте. Ох, вот посиди. Расселись, Димаш. Тебе не скрыться, сделай так. Тебе тоже не скрыться. Думаете, одни такие умные? Вот и винтовочку заела. Валюх, ты где? На, я не всех убил, что ли? Вот ты хитрая. Ну, конечно, зачем тебе погрузчик оставлять? Так, и... Там я убил, здесь я убил. Тут не открывается. Валь, ты где? А, вот. Пойдем, Валюха. А ты что сегодня вечером делаешь? Да? А следуй ты за мной, Джек. Нам надо найти сыворотку. Что это за место? У меня никогда не было допуска в эту зону. Судя по тому, что я смог перехватить со спутника, здесь Кригер проводил третью стадию своих экспериментов. Он так сильно торопил события, что стал использовать в качестве материала для опытов живых существ, вкалывая в них трайген-сыворотку. У них были планы создавать трайгенов из зародышей. Да уж. Ну и планы у них, конечно. Дойл, мы в лаборатории. Окей, время колоть сыворотку. Найдите красный контейнер с эмблемой из трех колец. В чем дело? Не люблю уколы. Думаю, из тебя выйдет прелестная мутанша. Сыворотку следует вколоть в шею. На брудершафт вкололи. Идем. Вэл, активируй боеголовку. Джек, прикрывай ее любой ценой, она не сможет обороняться. Ну окей. Это мы легко. На ракеты и бам-бам-бам и все. Ладно, прикрой меня, пока я буду активировать заряд. Ну, где вы, ребят? Поторопитесь. У нас посередине. Джек, как всегда, не слышно. Ну-ка, выходите. Привет. Вот тебя. Опа! Лови! Сами ловите. Кто еще?
еще одна волна бежит. Это волна. Новая волна. Иди-ка сюда. Кто здесь покойник? Да ладно, еще кто-то есть. Привет. Ну давайте ко мне. Что ты там якаешь? Что? Вальф, ты же умный, давай быстрей. Ты что, стояла здесь без дела? Решила передохнуть, да? Ну конечно, самое время отдохнуть сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Вышли мы с боеголовушки. Здесь становится жарко, Вэл. Вот нажми. Да ты просто у трубы стоишь, Джек. Ты давай там не бузи, работай. Нет там никого на хвосте, работай. Там кто-то. Все, убирайтесь оттуда. Угу. Значит, убирайтесь с фабрики. И не туда. Вэл, Валя, открой. Да ну тебя. Ладно, пойдем туда. Соберем тут все, что есть. Ой, господи, куда? Так. И не сюда. Да ёлы-палы. Может, там надо было какой-то лифт открыть? Сюда. Ай-яй. И не сюда. Даже у ядерного заряда будет совсем маленький взрыв. Все равно радиация какая-никакая должна быть. Ладно, попробуем тем путем. Выбежи, так сказать, откуда пришли. Валюх, не отставай. Супер! Ой, блин, как хорошо. Тогда явно не сюда. Давайте нам какой-нибудь проход. Сюда, сюда. Тут у нас вроде тупик был, да, тупик. Ничего она открывать нам не хочет. Именно тогда, когда сваливать надо. Профит просто. Ты слышишь? Ага, значит сюда. Я так, теперь сюда. Ты слышал? За мной валю. Джек такой думает, не надо подождать Валерия. Давай быстрей. Конечно, с кем он в конце целоваться будет. Но
Вперед. Как? Вернись-ка. О, ничего такая. Ты чего делаешь? Так, сейчас будет бадабумс. Крутые парни не смотрят на взрыв. И крутые девчонки тоже. И даже спины не обгорели, вы только посмотрите. Здрасте. Джек, загляни в будущее. Человек больше не царь природы. Жалкие людишки, подобные тебе, скоро вымрут. Я не изобретал ничего нового, лишь подтолкнул эволюцию на 1000 лет вперед. Выживает сильнейший. Удачи! Как всегда, не могли убить сразу, и поэтому... Вот спасибо. Вот именно. И поэтому надо Джека оставить, чтобы прочитать перед ним речь, понтануться и выкинуть его куда-нибудь. Что? Что случилось? Где? Где я? Вот тут я очень раньше боялся этого момента. Когда на нас тут прыгал наш трайгер. Прыжок. Бинокля нет. Конечно, какой-то бинокль. У вас тут хватает. Надо выбираться. Я тоже так думаю. Давайте-ка туда. Опа! Отстаньте от меня. Капец, ну и зверинец. Это похоже на выход. Ну да, немного смахивает. Господи, наконец-то. Рука в небе! Я не мог связаться с вами какое-то время, Джек. Все окей? Ну, я на острове, в джунглях, по шею в дерьме, в мутантах. А в остальном все хорошо. А как ты? Понял, понял тебя, умник. Слава богу, что ты жив. Джек, тебе надо бежать из этой зоны. Лучший путь пробраться через укрепление. Они как раз неподалеку от тебя. Супер! Это просто моя идея! Одобряю, чуваки! Вы сами додумались? Ой-ой! Вон сколько вас! Сейчас как придут! На тебе! Вот, другое дело! Там никто за нами не идет. Так, проберемся туда. Похоже, трагины из лабораторий расползлись по всему острову. Будь предельно осторожен. Я и так на пределе. Ну, смотрите, какие молодцы. Расползаться по острову. На тебе. На тебе, на. О, козел какой. Давайте снарядимся. Ой-ой. Дойл, моя рука зеленеет. Похоже, ты все-таки заразился. Ну я же вколол сыворотку. Кригер заражен? Он разработал на себе
тебя препарат, не допускающий распространения мутации по телу. Уверен, он у него с собой. Попробуй уговорить его выделить мне пару капель. Похоже, нам предстоит подраться с Кригером-мутантом. Так, запаслись как следует. Давайте подберем пару вещичек там. Привет. Ну то что возьмем? Давайте вместо мачете. Где ты там? А, вот где. Здравствуй, дружочек, наш пирожочек. Ладно, пойдемте. Джек, ты направляешься в центральный офис Кригера. Он находится на краю кратера вулкана. Кригер сдерживает извержение за счет какого-то мощного стабилизатора. Надеюсь, там ты найдешь его и Вэлл. Пора покончить со всем этим. Я тоже направляюсь туда. Не беспокойся, все почти кончено, друг. Вот сколько вас! Вот тебе. Ну и местность. Они, кстати, еще по лаве могут ходить. Если кто не знал. Ох, помню, как я здесь маялся. Это реально хардкорное место. Ой. Они целые. А вот они не сильные, слава богу. Хотя поменьше мутантов будет. На тебе. Хотя это поставим для примера. На тебе. Вот, вот, на. Ай-яй. Да, вы пока разбирайтесь здесь, а мы пойдем. Вам все равно вообще в кого палить, что ли? А ничего, что я вам тут работу облегчаю от вот таких вот уродов и гадов. На тебе, уродец. Кстати, ребята, хотел сказать. Я тут освоил Cinema 4D, освоил 3D текст, и поэтому вас скоро ждут объемные красивые превьюшки. Очень надеюсь, что вам понравится. Так, дальше. Офис Кригера должен быть совсем рядом. Я уже на причале. Направляюсь к тебе. Встретимся там, Дойл. Не сомневайся. Как-то ты странно это сказал. Дойле. Овечка Дойли. Вас тут просто ту его хуча. Но вы даете. О! Ахиллесова пята всех злодеев. Слишком раздутое эго. Терпеть не могу это слово. Эго! Хрен тебе! Го-го-го, эго. Одним словом. Что у нас тут? Ад на землю пришел, да? Итак, Кригер, где ты прячешься? Сейчас разберемся. Здрасте, ребят. Мы к вам. Мы к тебе, и к тебе, и ко всем остальным отцам. Давайте, приятель! Ой, черт! Зажимаете меня, да? Вот так.
Ну-ка, иди сюда. Козел, иди сюда. Так, кто у нас там? Кто-то еще остался? Вы сейчас сами ляжете. На тебя. С тобой все хорошо? А как по-твоему? На вашем месте я бы так не переживал. Вы все равно не доживете до следующей стадии мутации. Кстати, ребят, как вы могли видеть, я немножко обновил обложку. На тебя. И что же мне? Кто заразил вас? Произошла утечка мутагена. Мутаген проникает в организм лишь путем внутривенного впрыскивания. Жаль, не могу вам помочь. У меня не было времени изготовить сыворотку. А мутаген-то смог. О. Из вас выйдут отличные мутанты. Тебе остался час. Ей еще меньше. То есть он нам мог еще помочь? Старик был сложен в театральности, жаль, у него не было деловой хватки. Дойл, ты не посмеешь. Еще как посмеем. Работа на правительство научила меня главному. Где новое оружие? Там можно сорвать неплохой куш. Почему ты сам не убил Кригера? Трагин обязательно предан своему папчи, а ты его только что убил. Любопытно было взглянуть на их реакцию. Но мне пора, покупатели ждут. Дойл, если ты не дашь нам сыворотку, тебе не покинуть остров живым. Да, я знаю, ты мне не поверишь, пока я не приставлю ствол к твоему лбу. Но это так. Жаль, Джек, но она мне нужна самому. Прости, что не жму тебе руку. Ну, ты у нас получишь. Как я понял, это уже окончательный финал. Посмотреть бы на приключения Джека в пятой части какой-нибудь или в шестой. Я иду за тобой, мерзавец. Так, пойдемте. Выходить нам ни к чему. Сейчас мы снарядимся. Там нас ждет очень жесткое место, в котором нам не стоит медлить. Откройся. И сразу сюда. Потому что мутантов тут просто тьма тьмущая. Тут оставаться просто смерти подобно. Сюда еще можно забраться. Блин, обстрел, конечно, жесткий только. Пробираемся. Представляете, без тренера как тут было бы проходить. Чтобы просто размазали. Смотрите, сколько их гнёт. Это же целая орава просто. Ну уже быстрее сюда. Открывайся. Давай наверх. Ужас. Снова идут в обстрел. Мне уже на них плевать, мне скорее хочется финал увидеть, добраться до этого дуэла. А, я вообще не туда пошел, блин.
Как вы могли заметить, я логотип поменял сверху справа. Вот тебе. А вас я просто разнесу. Сейчас увидите. Вот вам. Еще бы я не находчивым был. Мне что-то послышалось. Знаешь что, получи-ка ты. Твоих планов не было? Нет. Адольф. Слышишь? Попробуй понять, я посланный ими. Они всегда наблюдают. Этого не изменить. Как изменишь будущее? Возможно, никак. Но я позабочусь, чтобы тебя в нем не было. Глупый ублюдок. Теперь голова будет болеть у Дойла. Давай, Джек, беги, беги, беги. Сейчас твой подкаст поджарит, а то давай. Зачем ты смотрел на взрыв? Крутые парни на взрывы не смотрят. Забыл, Джек? Интересно, вот увидеть бы на Next Gen приключения Джека и Вэл дальше в какой-нибудь Far Cry 5, Far Cry 6, как я уже говорил. Тем более тут папка проект Far Cry. Это было бы безумно интересно. Но не буду тянуть, ставлю этой игре окончательные 5 баллов. Я прошел еще одну классику. А вы смотрели прохождение увлекательной игры Far Cry. Заиграл эпичный музон. Отдельная дань уважения тем терпеливым зрителям, просмотревшим наше приключение с самого начала. Подписывайтесь, кто хочет еще больше прохождений. Ставьте лайки и оставляйте комментарии, чтобы серии выходили как можно чаще. Также не забывайте писать свой фидбэк в комментариях под видео, как я уже говорил. Если вы хотите больше контента, для вас есть ссылка на группу канала и другие соцсети в описании. Но я с вами не прощаюсь, друзья. Для вас играл Алекс Рай Channel. До новых встреч, мои дорогие зрители и подписчики. Также советую заглянуть на самые подходящие видео и новый ролик, вышедший последним на данный момент. Жмите на колокольчик вместе с кнопкой для подписки, чтобы получать уведомления о выходе новых видеороликов. Всем пока, друзья. Жду вас в соцсетях и моих следующих сериях.